Добрый день, дорогие мои. Там одна из жительниц нашего приюта задает мне вопрос. Батюшка, можно ли водить детей в сад? И я ей решил ответить в ГУМе. Он сейчас ходил в часовне Иверской иконы Божьей Матери и зашел сюда погреться. А здесь ежегодная выставка елок. Разные фирмы наряжают по-разному елки. И с елкой в детском саду у меня тоже связаны интересные истории, которые я вам по ходу ответа расскажу. А разговаривать буду, идя вдоль этих елочек, и вы увидите, какие интересные бывают украшения. А может быть, и сами что-то придумают для своей елочки необычной. Итак, вопрос. Нужно ли водить ребенка в детский сад? Мне ответить на него можно, потому что я ходил и в ясли, и в детский сад. И все это мне достаточно нравилось. Нравилось потому, что там, по-видимому, были хорошие воспитательницы. Вот у меня такое свойство, что мне кажется, что я помню все свое детство. Вот досконально. Я помню, как в яслях были круглые мягкие штаны. Я помню, как в яслях накутывали так, что когда выходишь зимой на прогулку, невозможно пошевелиться. Я помню, в яслях мы выезжали на дачу, и на даче я любил очень ловить лягушек, и там нянечка у меня была любимая, которая ночами дежурила. Они всегда же раньше было так, что если дети спят, кто-то дежурит. А днем она вот прилегла поспать. Я наловил лягушек и наложил ей в туфли, потому что считал, что это подарок. Вот. В яслях у меня была история, когда я, значит, мне подарили мишку плюшевого, и я дома всегда засыпал с этим мишкой. А в ясли пришел, и там были круглосуточные ясли, нужно было тоже засыпать, и я устроил скандал, что у меня нету мишки. Мишку никто достать не мог. Ну, в общем, где-то ночью, я не знаю, сколько времени было, воспитательнице пришлось идти к нам домой и брать мишку, приносить ночью мне мишку, чтобы я все-таки уснул. Но воспитательница была такая хорошая, и я, видать, для нее был хороший, что она еще и меня иногда к себе домой забирала, потому что я ей нравился. Детский сад для меня тоже был очень интересным событием. И в детском саду я даже помню своих и друзей. Я помню свою воспитательницу Адели Степановна. И это было тоже очень здорово. В детском саду случаи там тоже всякие были. Это же целый мир, детский сад. Там была и своя ракета, там был и свой корабль, на который можно было быть капитаном. Были и свои забавные случаи. Так, например, я один раз расскандалился. Так, елочки не здесь стоят. Вот туда пойдем. И меня заперли в кладовку. Кладовку с матрасами и кроватями. И мне это так понравилось, что можно быть в кладовке и там маленечко орать. И поэтому, когда мне приоткрывали дверь и хотели, чтобы я вышел, я опять начинал орать, чтобы меня из этой кладовки не выпускали. И в конечном итоге они поняли мою хитрость, что я только для того, чтобы на этих матрасах и в этой кладовке посидеть и кричу. И выпустили меня.
Мои попытки еще раз попасть в эту кладовку, устроив скандал, не увенчались больше успехом. Но это такой тоже случай, чисто такой скандальный, потому что в основном-то я помню только хорошие своих друзей. Вовку Романова помню, девочек каких-то и какие-то еще случаи. Ну, например, когда нам прочитали рассказ про то, как, лизнув языком дверную ручку, можно к этой ручке пристать зимой, естественно, в мороз. Кто, думаете, первый пристал к этой ручке? Конечно же, я. Отливали меня теплой водой. Ну, запомнилось на всю жизнь. Так что это очень интересное событие. Кого-то тут особенного фотографирует. Модель, видать, какая-то. Вот такая елка у спутника. Интересная. Вот какие они разные. Вот, это детский сад. Что связано с елкой в детском саду? В детском саду на Новый год украшали, конечно, большую и симпатичную елку. И тем, кто выходил в этом году из детского сада, дарили игрушки. То есть проходил утренник, и когда утренник заканчивался, то подводили каждого ребенка к елке, и воспитательница сама выбирала ему игрушку, какая она считает ему подходит по душе. Так вот, Аделя Степановна подвела меня и подарила большую золотую шишку откуда-то сверху. Мне казалось, что это шишка с самой макушки, и поэтому я ее принял с большой радостью. О, глядите, желание можно на елку вешать. Вот. И эта шишка, вы удивитесь, она до сих пор у меня жива. Поэтому лично у меня от детского сада, нет, есть ли, самые лучшие воспоминания, конечно. И поэтому сказать, что я не рекомендую детский садик, я не могу. Но, конечно, нужно смотреть и по ребенку, насколько он социализирован, насколько он способен в этом коллективе жить. Нужно думать и о том, что за воспитательница в этом детском садике. И поэтому, все учтя, я думаю, что лучше отдавать в детский садик. Конечно, есть садики разные. Ну, например, вот в Иванове комплекс садиков «Сема» Натальи Петровой. Я знаю точно, что там хорошо. Я сам ходил, смотрел, видел, какие у них там возможности, как они там занимаются, как они стараются все обустроить для своих детишек и так далее. В общем, я, давайте закончу путешествие по елкам. Вы можете медленно их посмотреть и увидеть в дальнейшем, что они из себя представляют. А я на этом закончу и скажу, все индивидуально. Все индивидуально. Наверное, все нужно учесть. И главное, стараться не травмировать ребенка. Ну, для этого есть же возможность там на какое-то время отдать, потом забрать там. В общем, так. Я за садики и за ясельки, потому что детям им там будет весело.
Доброе утро. Давайте. А уж если там есть Дед Мороз и Снегурочка, то совсем этот детский садик хороший.